Ты говорил, что ты настоящий гангстер и съедаешь тех, кто себя такими выставляет. Кого из UFC ты считаешь настоящим гангстером? Какой был вопрос? Я тебя не понял. Кого в UFC ты считаешь реальным гангстером? Я реальный гангстер в UFC. Тебя что, тоже схавать? Увидимся за кулисами, достану и тебя. Шучу, конечно. Как дела, Абу-Даби? Как вы, ребята? Спасибо, что пришли, мы это ценим. Рады вернуться на бойцовский остров Абу-Даби. У кого первый вопрос? У меня вопрос к чемпиону. Ян, ты уже давно в этом спорте, многое прошел. Смотря на Тейшейра, скажи, в чем он лучше, чем твои предыдущие соперники? Посмотрим в субботу. Надеюсь, что мне хватит сил его остановить. Это важнее. Смотря на ваш бой, как думаешь, чем он закончится? Твоя сила против его силы. В чем ты можешь преуспеть? Ты знаешь, каждый бой начинается в стойке. Значит, и мы начнем в стойке. Тейшейра использует свои боксерские навыки, чтобы прижать меня к сетке и уронить. Но не секрет, что я предпочитаю драться в стойке, хотя я готов пободаться и в борьбе. Гловер, понимаю, что геймплан ты раскрывать не будешь, но прав ли я? Ты попытаешься прижать к сетке и перевести на землю? Да, я его уроню. Может, удар левой, может, проведу тейкдаун, но я его уроню. Ян, думаешь, он сможет? Нет, не сможет. Что ж, разногласие. Гловер, смотря на Яна, как думаешь, что делает его хорошим чемпионом категории? Мужик, он боец, предан своему делу. Хороший боец, принимает любой бой. Великий боец. Так что для меня честь подраться с ним. И вот, я тут, готов ринуться в бой. Это мое время. Спасибо, парни. Вопрос к Дэну. Недавно ты твитнул «Сжигаем лодки». Слыша, как Ислама приветствует, чувствуешь ли ты себя как на вражеской территории? Он будто герой города, а ты ворвался на его вечеринку. Согласен? Да, 100%. В нашей игре нужно быть готовым ко всему. Будь это главный бой на стадионе в моем родном городе, был бы солдаут, другая ответственность. А сейчас, можно сказать, я тут один, на территории врага. Уверен, тут будут и люди, которые поддерживают меня. Но, да. Давай, Дэн, вперед, Дэн! Вот и они. Вот и моя поддержка. Так что, да, ощущаю себя, будто совершаю набег. Как думаешь, этот бой делает тебя для фанатов таким, как Сироне? Как того, кто выйдет с кем угодно и где угодно? Мужик, предпочту остаться самим собой. Люди могут воспринимать меня как хотят, но я уверен, если этот бой пройдет хорошо, то до конца года я буду готов провести еще парочку. Спасибо, Дэн. Хасбула приехал в город. Хотим знать, виделся ли ты с ним? Он когда-то окажется в октагоне? Попадет ли он в UFC? Да, на этой неделе у нас встреча. Большая встреча. Не знаю, окажется ли он когда-нибудь в UFC, но что-то мы с ним точно замутим. Спасибо, Дана. Вопрос к чемпиону. Пётр. Да, Пётр чемпион. Многие фанаты знают Кори Сентхегена за его хайлайты. Красивые нокауты. Фанаты считают его стиль боя в стойке уникальным. У тебя есть прошлое в боксе. Смотря его бои, ты находишь его стиль необычным? Или в нем прослеживается методичность? Ну, я вижу, что он делает очень много лишних движений. И я вижу, где я смогу его поймать. В твоей ударке есть что-то, чего Кори не видел в боях с другими соперниками? Я думаю, что все увидим в субботу. То, что я являюсь чемпионом, я докажу это. Такой же вопрос и к тебе, Кори. В большинстве боев Пётр наносит много урона. Смотря его бои, тебе не кажется, что дело только в силе, может, в отточенной технике? В чем его ударка сияет ярче? Думаю, он очень хорошо умеет защищаться. Также является большой угрозой в нападении. В общем, могу сказать, что да, в каждом бою он наносит много ударов, забивает соперников. Такой стиль, но мы к этому готовы.
И еще вопрос. Как можешь сравнить свою ударку с ударкой Петра? Чем обладаешь ты, чего не было у его соперников? Думаю, мы с ним находимся на вершине списка среди лучших ударников UFC. Мы сильно отличаемся от всех, потому наш бой так ожидают. Меня заводит, что у людей такой интерес к нашему бою. Что ж, увидим, чей стиль окажется лучше. Вопрос к Хамзату. Хамзат, когда ты выходил, тебя очень тепло встретили. По сути, это твой первый бой в присутствии фанатов. Знаю, ранее ты сказал, что это не важно. Но теперь, когда ты слышишь фанатов, стало ли это чем-то особенным, когда фанаты видят тебя вживую? Мне нравится. Мне нравится. Порву кого-то ради них. На медиадне ты сказал, что твой план — это съесть соперника и оторвать ему голову. Все так же. Все так же. Ли выглядит заведенным. Говорил, что это битва лича и волка. Посмотрим, кто кого съест. Что ответишь? Я съем его. Ли, вопрос. Ты в UFC уже довольно давно, а Хамзат только поднимается. На раскрутке боя говорилось, что в последних боях у тебя много нокаутов. Чем обладаешь ты, чего не могли предыдущие соперники Хамзата? Ли, я голоден. Я тебя схаваю. Не сомневайся, я смогу тебя проглотить. Серьезно? Прошлое — это лишь прошлое. Сейчас настоящее. У Чимаева только 3 боя в UFC, и он привлек к себе много внимания. Он хорош, а то, что мне дали его в соперники, значит, что я способен с ним конкурировать. Лучший бой — это когда соперники равны друг другу. Это то, чего хотят фанаты. Чимаев — это волк, а я лич. Если ему все же удастся подобраться ко мне близко, молодец, но пусть знает, я не мясо. Я знаю, ты голоден, но голоден и я. Скажу больше, у меня жажда. Я думаю, ты неправильно переводишь. Он сказал, что съест меня. Вопрос к Дане. Насколько ты рад, что Хамзат вернулся? Естественно, за его здоровье переживали. Но как промоутер, рад ли ты, что он смог вернуться, тем более в Абу-Даби? Естественно. Это ведь не секрет, что я люблю ребят, которые готовы драться всегда и везде. Он один из немногих, кто смог ворваться вот так. Да, он интересный малый. Да, весь этот карт интересный. Впереди нас ждет много крутых боев. А бой Ли и Хамзата безумен. И, наконец, многие, особенно фанаты, считают, что в бою Кори и Яна должен быть разыгран титул неоспоримого чемпиона. Думаешь, такое отношение фанатов справедливо по отношению к Стерлингу? Многие считают, что Ян шел к победе, а Кори побил Дилашоу, а пояс должен быть разыгран. Ты согласен? Не вижу несправедливости вообще. Эти двое подерутся за временный пояс, и кто победит, подерется с Алджамейном, когда тот будет готов. Быстрый вопрос к Петру. Вчера, когда ты проводил открытую тренировку для СМИ и фанатов, ты нанес удар коленом. Когда тренер стоял коленом на полу, чья это была идея? И было ли это каким-то скрытым посланием? Этот удар всегда со мной теперь. This strike is always with me now. What do you say? What do you say? This strike is gonna always be with me for now. Okay. Вопрос Александру Волкову. Твои многие предыдущие соперники были ударниками. Сирил Ган, Оверим. Отличалась ли эта подготовка от предыдущих? Учитывая, что тебе будет противостоять тот, у кого, конечно, хорошая ударка. Но он пользуется ей не так часто, как все остальные. Спасибо за вопрос. Пару предыдущих боев я провел с ударниками, но... В прошлом у меня было много боев... С борцами и грэпплерами. Я победил многих ребят, не изменяя своему стилю. Но приятно знать, что Марчин — один из лучших борцов в категории, один из лучших бойцов Европы. Так что я рад драться с ним на этой неделе.
Хотелось бы услышать от тебя несколько слов о Сирил Гане. Сейчас он временный чемпион категории. Проведя с ним 5 раундов в октагоне, ты согласен с тем, что он достоин быть в этом положении? Он будущий чемпион. Ган очень хороший и талантливый боец. Хороший ударник. И будет интересно увидеть, как он покажет себя с Нгану. И, естественно, я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся снова. И в следующий раз я покажу себя гораздо лучше. Марчин Тибура, Александр говорил о твоей борьбе. Будешь ли ты проверять его в бою? Проверять его борьбу? Не буду раскрывать все тайны своего геймплана, но думаю, Александр всесторонний боец. Он набрал немного веса, может быть, попробует сам проверить, как я умею бороться, кто знает. Я лишь хочу показать красивый бой, и с таким, как Волков, думаю, мы это сделаем. В боях ты уже давно, и твой забег успешен. Не придает ли тебе уверенности твой успех в предыдущих боях? Ты из таких людей? Победная серия придает уверенности, без сомнений. Все хорошо, но я хочу быть великим. Уверенности это придает, так что я справлюсь. Вопрос к Волкану. У тебя был большой перерыв. Не мог бы ты немного рассказать о том, что происходило с тобой в прошедшем году? Ты залечил травму? Готов драться? Спасибо тебе за вопрос. Я крайне рад находиться в Абу-Даби. Прошло даже больше года, пока я не дрался. Залечил некоторые травмы. Работал над возвращением в клетку. Хоть я и говорил UFC, что был готов провести бой еще в августе, уже давненько. Мой предыдущий поединок был для меня не лучшим днем. Но в этот раз я готов показать лучшее, на что способен. И вопрос Магомеду. Мотивирует ли тебя предстоящий поединок с человеком, который ранее дрался за пояс? Считаешь ли, что этот бой поднимет тебя выше в чемпионской гонке? Да, это будет для меня очень хороший. Мы двигаемся вперед. Он дрался за титул. Это для меня большая мотивация, что он дрался за титул. Чемпион сидит впереди. Но я думаю, они понимают, что я дышу им затылок. Свой первый вопрос я бы хотел задать Ли, естественно, Хамзату. За Хамзатом большой хайп. Многие считают его фаворитом. Как сильно ты хочешь разочаровать его болельщиков? Хайп — это хайп. А способности — это способности. В прошлый раз, как и всегда, я был андердогом. Но в прошлый раз хайп соперника не спас. И вопрос Хамзату. Во-первых, рады видеть твое возвращение в октагон. Когда ты давал интервью нам, интервью BT Sports, ты говорил, что ты настоящий гангстер и съедаешь тех, кто себя такими выставляет. Кого из UFC ты считаешь настоящим гангстером? Какой был вопрос? Я тебя не понял. Кого в UFC ты считаешь реальным гангстером? Я реальный гангстер в UFC. Тебя что, тоже схавать? Увидимся за кулисами, достану и тебя. Шучу, конечно. Ответ реального гангстера. Теперь вопрос дяди Дани. Бизнес идет в гору. Впереди UFC 267 и 268. Насколько ты горд тем, что тебе удалось составить такие карты? Как? Еще раз. Как сильно ты гордишься теми кардами, которые будут на этой неделе и на следующей? Это будет взрыв? Слушай, если ты фанат UFC, эти карды снесут тебе башку. Я ж говорил, этот бешеный карт должен был стать платным онлайн, но он таким не будет. Карт следующей недели, что будет в Madison Square Garden, тоже отрыв башки. Один за одним. Бешеные бои. Лучшее время быть фанатом UFC. Вопрос Дэну Хукеру. Тебе противостоит грозный соперник. Прекрасный борец. Преданные фанаты. Пара тайных трюков в рукаве. Что сможешь противопоставить Хасбуле? Ты хочешь, чтобы я перегорел, да? Довольно весело, что люди по приколу стали писать мне сообщения. Многие люди из моей страны, они прикалываются, что если Хасбула бросает мне вызов, значит, я популярен. Уважаю его, уважаю. Берегись, тебя размажут. И вопрос к Исламу. Похоже, вы, ребята, расслабились. С тобой Хабиб, на твоей стороне Хасбула, живете в одном отеле. Как сильно ждешь поединка? Не знаю. Мне нужно показать...
свое лучшее выступление. Сейчас максимально приблизился к чемпионскому поединку. Нужно постараться. Спасибо. Кори, вопрос о бое с Петром Яном решился довольно быстро. Как ты на это смотришь? Мужик, все круто. Я более чем заведен, ведь бой за пояс. После предыдущего боя вселенная взялась за меня и все разрулила. Спасибо. У меня вопрос к Гловеру и к Яну. Ян, когда назначили бой, ты выложил в сеть график с подписью, цитата, «покажем детям, как нужно драться». Почему ты решил анонсировать этот бой именно так? И, Гловер, понравилось ли тебе, как поступил Ян? Не понял. Кто понял вопрос? Кому вопрос? И Яну, и Гловеру. Мне повторить? Ян и Гловер, вопрос такой. Когда Ян анонсировал бой, ты выложил график и подписал «покажем малышам, как дерутся мужчины». Почему ты решил анонсировать бой именно так? И, Гловер, понравился ли тебе такой анонс Яна? Посмотришь бой и поймешь почему. Все просто. Да, мужик, мы покажем малышам, как нужно драться и как нужно заканчивать бой. Я горд, что в полутяжелом весе за мной числится больше всего финишей. Я иду еще за одним. Сделаю рекорд еще менее достижимым. Хорошо. Еще один вопрос к Яну. Все мы знаем, что ты единственный, кто обладает легендарной польской силой. Но теперь UFC применяет термин «польская сила» ко всем бойцам из Польши, да и фанаты делают так же. Гордишься ли ты тем, что создал торговую марку для нации, для каждого бойца из Польши? Конечно, я горжусь этим. Но я представляю настоящую легендарную польскую силу, а им придется показать, что она у них есть. Может, кто-то и сможет, но пока я — легендарная польская сила, а они просто польская сила. Сегодня день рождения Гловера, ему исполнилось 42 года. Хотелось услышать его послание бразильцам. Спасибо. День рождения прошел обалденно. Спасибо, ребята. Это замечательное время. Я наслаждаюсь. Наслаждаюсь всем, что связано с боями. Всем. С гонкой веса, да и вообще всем, ведь... Я в деле уже давно. И послезавтра, в бою, я заберу свой подарочек. Ян обещал мне подарок. Не знаю, о чем он, но все время повторяет. Говорит, какой-то подарок. Любопытно, что охренеть. Подарок у меня есть, но не переживай, это не пояс, не пояс. Но тебе понравится, я уверен. Добрый вечер, у меня два вопроса. Один Петру Яну, другой Дане. Начнем с Петра. Петр, вчера вы устроили сибирский перформанс на открытой тренировке. Мы уже поняли, что удар коленом – это отсылка к прошлому бою. А вот подушки, которые вы бросали в зрительный зал, это намек на следующий поединок? Вы мягко стелите Кори и хотите отправить его спать, завершить досрочно? Подушки – это были для зрителей, но, конечно же, я хочу отправить его спать. Это, несомненно, это... Спасибо. Вопрос Дане. Позади вас так много бойцов из России в списке главных поединков, только в одном бою нет бойца из России. Скажите, что нового привносят российские бойцы в UFC и как они меняют шоу? Знаете, что я люблю в ивентах типа этого? Это ведь не только россияне, но и самые жесткие ребята со всего мира, желающие показать, кто из них лучший в мире. Наш спорт действительно стал глобальным. К нам прибывают лучшие бойцы со всего мира, и они выясняют, кто из них является лучшим. Не только из США, Бразилии или отсюда, со всего мира. Неужели в бойцах из России нет чего-то особенного? Я думаю, особенным может быть человек откуда угодно. Этот парень вообще понимает, что я ему отвечаю? По мне, это один из лучших аспектов, что есть в спорте. Между собой соревнуются люди отовсюду, реально. Самые жесткие ребята со всех уголков света, все они добрались сюда, в Абу-Даби. А завтра будут выяснять, Россия ли, Бразилия, Польша ли,
Понимаешь? Не знаю, куда уже круче. Спасибо. Спасибо. А что насчет русских бойцов? Это все? Последний вопрос? To you, happy birthday to you. Спасибо вам за поддержку и за то, что пришли сегодня. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой TrueGym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.